Проходит парадный расчет Академии сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Во главе колонны начальник факультета Академии полковник Павел Синишин. В суровые годы войны около 11 тысяч офицеров отправились на фронт. 14 из них – герои Советского Союза. Среди курсантов – потомки героев-фронтовиков. Проходят военнослужащие роты почетного караула вооруженных сил Польши. Неоспорим вклад в борьбу с фашизмом войск польского, армии которого сражались с гитлеровцами на территории Советского Союза, участвовали во взятии Берлина и в параде Победы 45-го года в Москве. Проходят военнослужащие армии Великобритании. Это гвардейцы элитного уэльского полка, несущие службу по охране Букингемского дворца в Лондоне. В годы войны их предшественники-однополчане сражались с фашизмом. На Красной площади офицеры и солдаты вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Они представляют соединение, участвовавшее в открытии Второго фронта в Европе и в известной всему миру встрече с советскими войсками на Эльбе. В парадном строю проходят представители вооруженных сил Франции. На Красной площади военнослужащие сводного подразделения прославленного авиационного истребительного полка «Нормандия-Неман», ставшего символом нашей совместной борьбы с фашизмом. В парадном строю военнослужащие батальона почетного караула Министерства обороны Туркменистана. Парадный расчет возглавляет майор ПГ Байрам Турдыев на халтыкинском скакуне, прямом потомке коня, на котором маршал Жуков принимал парад Победы в 45-м году.